В осенние теплые денечки так хочется погулять по лесу, отдохнуть душой и телом. В такие деньки в лесу все чаще встречаются белые грибы. Сегодня расскажу вам, как приготовить соленые белые грибы. Такие соленые грибочки станут замечательной холодной закуской на праздничном столе. Грибы уже можно будет употреблять через 10 дней. Попробуйте приготовить белые соленые грибочки на зиму. Я очень часто закатываю их. Главное при приготовлении такого блюда, это внимательность еще при сборе. Соленые белые грибы – неотъемлемая часть русской кухни, поэтому грибы можно подавать и как отдельное самостоятельное блюдо, и как часть салатов. Грибы почистите от грязи и мусора, промойте их в проточной воде и откиньте на сито. Порежьте большие шляпки пополам. Отправьте в кипящую воду на 30 минут, варите на слабом огне. Готовые грибы откиньте на дуршлаг. Для приготовления маринада в емкость отправьте воду, уксус, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите маринад до кипения. Опустите грибы в рассол и кипятите в течение 3 минут. Раскладывайте грибы в чистые, предварительно простерилизованные банки, закрутите крышками. Укутайте пледом до полного остывания.